В поселке Бельколь открылась медресе Марала Ишана. В торжественном мероприятии принял участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай Хажы Таганулла. Среди почетных гостей церемонии были также представитель династии хранительницы ключей священной Каабы шейх Мухаммед Шайби и директор учреждения Замзам в Мекке шейх Аман. Строительство медресе Марал Ишана на 80 мест велось с 2019 года при поддержке местного предпринимателя Мурата Нурсеитова. Здесь будут готовить хари, тех, кто знает наизусть Коран и читает его с соблюдением всех канонов. Для этого предусмотрены все условия – квалифицированные кадры, лектории, учительская, столовая, медицинская, тренажерная комнаты, комната отдыха. Харилар дайындайтын. Центр по подготовке кари будет работать сотни лет. Мы уверены, что получившие здесь знания молодые люди будут усердно трудиться во благо своей страны. В скором времени такого рода центры планируется открыть в Аральском и Казалинском районах. На церемонии Мурату Нурсеитову за постройку медресе был вручен памятный подарок Духовного управления мусульман Казахстана. Сегодня мы стали свидетелями прекрасного момента открытия медресе. Мы безмерно благодарны Всевышнему за это. Как вы знаете, великий Абай тоже получил первые свои знания в медресе. Пусть и этот медресе станет местом подготовки достойных граждан. Наш пророк говорил: «Лучший из вас обучает Корану других. Тот, кто учит и читает Коран, в глазах Аллаха уважаемый человек. Слава Всевышнему за открытие этого медресе. Пусть Аллах благословит всех нас и будет в сердце каждого».